Чтобы по-настоящему узнать человека, нужно приложить немало усилий и потратить много времени. Однако есть один способ раскусить собеседника, который активно используют в своей работе специалисты. Это рассмотреть форму его ногтей. Всего специалисты выделяют 6 основных форм ногтевых пластин. Посмотрите и выберите близкий вам вариант. У вас есть 10 секунд. Номер 1 – широкие ногти. Обладатели этой формы ногтей – прирожденные карьеристы и лидеры. Они твердо стоят на ногах, но бывают очень вспыльчивыми и бросаются из крайности в крайность. Если вы являетесь обладателем широкой формы ногтей, постарайтесь минимизировать в своей жизни стресс и избегайте напряженных ситуаций. Не накапливайте проблемы внутри себя, рано или поздно негатив выльется в эмоциональный взрыв. Номер 2. Квадратные ногти. Зачастую обладатели квадратной формы ногтей стабильны, уравновешены и сильны духом. У них на все есть собственное мнение, они твердо стоят за свои убеждения и идеи. Правда, иногда все эти качества перерастают в упрямство. Номер 3. Прямоугольная форма. Это перфекционисты, которые все возводят в идеал и требуют этого от окружающих. Люди с прямоугольной формой ногтей с головой погружаются в работу, отношения, семью, друзей и стараются довести любое дело до конца. Номер 4. Круглая форма. Это яркие, творческие, позитивные и энергичные люди. Зачастую они живут на эмоциях и из-за этого могут казаться нестабильными. При этом обладатели круглой формы ногтей всегда выбирают свой путь в жизни и не оглядываются на толпу. Номер 5. Овальная или треугольная форма. Обладатели таких ногтей – деловые люди. Они умеют концентрироваться на главном, но при этом всегда замечают детали. Однако такие личности слишком подвержены мнению окружающих. Этим могут пользоваться недоброжелатели. Обладателям овальной или треугольной формы ногтей следует быть бдительными и уметь защищаться. Номер 6. Веерообразная форма. Это ранимые и добродушные люди, готовые стать прекрасными семьянинами и родителями. Такой характер помогает им видеть людей, которые нуждаются в заботе и помощи. А какая форма ногтей у вас и совпало ли описание с вашим характером? Обязательно делитесь своими результатами в комментариях. Я их все читаю, ставлю вам лайки и сердечки. Также не забудьте поддержать канал лайком и подпиской. Ну а у меня на сегодня все. Желаю всем удачи, пусть у вас все будет хорошо. Пока-пока.